По традиции, выпускники края приняли участие в торжественном шествии. Колонна 11-классников прошла от сквера имени Жукова до Казачьей площади. Школьников поприветствовали глава Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Золотые медалисты, отличники и победители Олимпиад, всего 2500 выпускников со всего края получили возможность попасть на губернаторский бал 2019. Со сцены их поздравили губернатор и спикер ЗАГС Собрания. Краснодарский край – это ваш край. И неважно, родились ли вы здесь, либо приехали. Это край успешных, талантливых, амбициозных. Это край тех, кто уверенно смотрит в завтрашний день. Это край тех, кто хочет менять и меняет окружающий его мир. Мы ждем от вас новых открытий, достижений. Держите всегда высокую планку всю жизнь. Вы это сможете, потому что на самом деле очень талантливые и одаренные. И с завтрашнего дня, даже с губернаторского бала, в вашей жизни на самом деле все только и начинается. Первые вершины, первые свершения, первые взрослые задачи и уже ваши первые самостоятельные решения вашей взрослой жизни. Я уверен, вы справитесь с любыми задачами, вам любые жизненные проблемы по плечу. Так? Но очень важно, перешагивая этот рубеж между юностью и взрослой жизнью, всегда помните о тех, кто отдавал вам много, много сил, кто вкладывал в вас самих себя, кто поддерживал вас и помогал везде и во всем. Конечно же, это ваши родители, это ваши бабушки, дедушки, это ваши близкие и, конечно, ваши учителя. С началом новой взрослой жизни ваш час пришел. Так пусть он будет добрым, в добрый час. От имени депутатов Кубанского парламента поздравляю вас с окончанием школы, с сегодняшним прекрасным вечером. Сегодня здесь, на этой площади, собрались лучшие из лучших. Яркие, талантливые, амбициозные, целеустремленные. Вы доказали это своей отличной учебой. Во время бала тысячи пар синхронно танцевали на площади под музыку. Выпускники исполнили несколько танцев – вальс, танго, хастл и даже казачий пляс. К школьникам присоединились и те, кто был с ними с самого начала пути – родители и учителя.